Ну что, доброе утро. В эфире Сергей Нежданов, преподаватель йоги и медитации. И сегодня будет второе занятие на тему йога-антивирус. Мы повторим, вот кто вчера был, повторим комплекс, который был предложен в начале объявления ковида. Андреем Сидерским. Я его, ну, скажем, по мотивам назовем бы так, потому что так точно воспроизвести, наверное, не получится. И, ну, в общую схему мы выдержим, я думаю. Да, кстати, звук должен быть, да? Дайте, пожалуйста, нажмите там. На экранчик, если есть звук, ну, соответственно, если вы слышите, то кто слышит, нажмите на экран, пальчик вверх, там или как-то надо. Ага, вижу, спасибо. Вижу. Ну, картинка, соответственно, я вижу, что есть. Начнем с настройки. Посмотрите внутренним взором пространство внутри, а глазами, ушами, там, своим обонянием пространство снаружи. Просто просканируйте, что вас окружает, какие звуки, что видят глаза, какие картинки, какие объекты. Позвольте глазам подвигаться, перемещаться там вверх, вниз, вправо, влево, ближе, дальше. Послушайте, какие звуки вот в вашей там комнате, в вашем пространстве. Как выглядит пространство, как оно звучит, как оно... Сделайте вдох через нос, как оно благоухает, как оно пахнет, какие ароматы и запахи есть. Улыбнитесь своему пространству, поблагодарите, что вот у вас есть такое место, где можно побыть с собой, позаниматься, ну или что-то поделать, там, почитать или еще что-то, потренироваться. И пространство внутри, пространство тела. Напомню, для быстрой настройки, быстрой вот в течение дня и вот сейчас для занятия, быстрая настройка. Мы чувствуем, в ощущение себя погружаем, в ощущение веса тела. Чувствуем точки опоры. Почувствуйте их. Седалищные бугры, ноги. Но кто-то, если не может со скрещенными ножками сидеть, можно их как-то по-другому поставить. Любую позу. Почувствуйте позвоночник. Почувствуйте легкий верх. Тяжелый низ, позвоночник, легкий верх. Голова, как воздушный шарик, стремится вверх. И дыхание. Вдох-выдох. Понаблюдайте, как происходит дыхание. Как бы побыть с собой, побыть в себе, в своих ощущениях. Поперемещайте внимание по телу. Ноги, руки, голова, живот, там, таз, промежность, грудь, спина, шея. Где какие ощущения? Комфортно, некомфортно, приятно, неприятно. Вот так вы ощущаете тело, телесную такую осознанность свою. Насколько осознаете тело в этом моменте? И мы будем, вот это осознавание тела нам нужно во время хатха-йогических вот этих асан, упражнений, оно будет всегда меняться, вот это ощущение вытяжения,
сжатий, расслаблений, растяжений, сжатий, расслаблений. Понаблюдайте над этим. Также у нас есть осознавание наших чувств, эмоций. Что мы сейчас чувствуем, какую эмоцию переживаем, или каскад каких-то эмоций. Вот что, может, как это определить? Можно мягко улыбнуться и сразу поменять состояние. Моим наблюдением наличие улыбки сразу расправляет какие-то вот зажатости в лице, там, на лбу, еще где-то. Убирает ненужные мысли. И понаблюдайте, какие мысли есть, как за состоянием ума. Наблюдаем за, осознаем осознавание ума. Как ум реагирует на все это? Подбрасывает ли он нам что-то, какие-то мысли, какие-то позывы к какому-то действию, что-то еще? И как это все действует? Умственные конструкции, связки мысль, эмоция, тело. Вот мысль появилась, мы можем испытать в связи с какой-то образ возникнет, может быть, в прошлом, настоящем, как правило, более-менее спокойно, как в прошлом, в будущем. И даже если мы в настоящем какой-то образ визуализируем, у нас может появиться ощущение новое в теле в связи с эмоцией, которая вызывает мысль. Ну, понаблюдайте за такими конструкциями. Вот еще раз. Вот это то, что мы практикуем и натренировываем как мышцу, способность наблюдать на ретритах, когда мы можем в уединенном месте не вот эти там час, как сейчас, а день, два, три находиться в состоянии практики. Хорошо. Потираем ладошки, начинаем. Наверняка слышали в сказках, многие сказки там заканчиваются, да, потом они жили долго и счастливо. И вот часто встряхиваем кисти, частый такой запрос жить долго и счастливо. Вопрос. Ну, по поводу долга это вопрос такой индивидуальный, а по поводу счастлива, по моему мнению мастеров, различных гуру, различных конфессий, в состоянии настоящего, здесь и сейчас, вот это счастье как раз и происходит. Как только мы начинаем думать, что вот я сейчас что-то еще сделаю, и потом буду счастливым, вот это мне надо еще вот туда, и вот туда еще сходить, и еще там, еще одно образование получить, или там лекцию послушать, или заработать что-то. И вот тогда это вот всегда будет как отложенный такой вариант, но в настоящем нам, в общем-то, не особо какие данные нужны, даже если настоящее не соответствует каким-то ожиданиям, если мы эти ожидания убираем из своих феноменов, а просто находимся в настоящем, вот оно и вдруг наступает. Такое ощущение приятного такого течения энергии. Ладно, для этого нужно еще и уметь расслабиться. И для этого мы тут и собираемся, чтобы учиться какие-то базовые настройки делать. Встаем. Ножки ширина таза.
Раскрываем. Немножечко разомнемся перед комплексом. Раскрываем ладошки в стороны. Прогибаемся. Вдох. Выдох. Сутуливаемся. Вдох. Прогибаемся. Дыхание позвоночника. Выдох. Вдох. Выдох. Ладошками раскрываем в сторону. Вдох. Локти внутрь. Выдох. Скругляем спинку. Раскрываемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. С левой стороны вдох. Выдох. С правой стороны вдох. Выдох. С левой стороны вдох. Выдох. С правой стороны вдох. Выдох. Хорошо. Плечики вперед. Вверх, назад, вниз. Круговые движения. Два. Три. Четыре. Пять. Весь позвоночник волнообразным таким движением. Вперед. Раз. Поменяли направление. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. По очереди. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Назад. С большую амплитуду под плечевым плечом. Включаем лопатки, ключицы, все грудные мышцы, дельтовидные. Хорошо. Стряхнули кисти. Пальчики сжали, разжали. Полностью сжимаем, разжимаем, сжимаем, разжимаем, сжимаем, разжимаем. Чтобы появилось вниз, в стороны, вверх, вперед. Появилось ощущение такого жжения, может быть, в мышцах. Вверх-вниз, вверх-вниз. Покрутили. Угу. Стряхиваем. Покрутили в локтях. Сейчас по всем суставчикам пройдемся. В одну, в другую сторону. Забросили, правое ухо натянули, левое ухо натянули, правое. Все в таком приятном диапазоне, пальчики в пол, пальцы рук. Хорошо, поворот головы, поворот вправо, влево, повернули, повернули. Произвольное сейчас дыхание, я не акцентирую на дыхании, сейчас внимание наше. Нам важно разогреть суставы. Правое ухо вверх, посмотрели наверх. Левое ухо вверх, посмотрели наверх. Восьмерку крутим. Вот это упражнение хорошо бы освоить, оно хорошо очень прорабатывает вот эти все мышцы шеи. Сухожилия, суставчики. С другой стороны. Смотрим теперь вниз. То есть мы соединяем движение поворотов головы и наклонов боковых вытяжений. Наклоном вбок. Хорошо, теперь назад, вперед. Назад, вперед. Отвели, привели. Отвели, привели. Хорошо.
И здесь у нас вот такое упражнение. Мы кошка лезет в шерстку. Прошли. Вперед, назад. Вперед. Три. Четыре. Пять. Шесть. Поменяем направление. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Левое плечо. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Меняем направление. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Правое. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Меняем направление. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Кинотанц. Тазом покрутили. Два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Правой ножкой покрутили. Раз. Два, три, четыре, пять. Шесть. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поменяли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Другую сторону. Два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Стряхнули ножки. Постучали по ягодицам. Так, хорошенько попробуйте. У кого еще это не получается, пробуем сократить мышцу. И вот это состояние нам должно. С одной и с другой стороны. Давайте. Можно потянуть вот так. Потянули. Отвели в сторону. Назад. Вперед вот так. Хорошо. Вторую ножку потянули. Отвели в сторону. Назад. Вперед. Хорошо. Стопы. Носочки, пяточки. Развели пятки в стороны, носочки, пяточки. Теперь наоборот. Носочки в стороны, носочки, пяточки. Перекаты. Теперь вот такое. На одну линию встали. Носочки, пяточки. Носочки, пяточки. Носочки. Поменяли ноги на носки. Встали на пятки. Носки, пятки. Носки, пятки. Хорошо. Теперь пальцы растопырили, сжали. Нет, еще ребра. 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 Подъем стоп. Ребра. Подъем стоп. Можно на внутренних частях походить. На внешних. На внешне. Хорошо. Теперь пальцы растопырили, сжали, растопырили. И большой палец вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Пальцы растопырили, поджали под себя и пяточки вперед. Такое движение. Попробуйте пройти весь коврик с растопыренными пальцами.
Стучим пяточками в пол. Идем. Проходим. Отлично. Начало коврика дошли. Постучали в начале коврика. И начинаем дышать от живота. Давайте ручки на живот. Вдох животом. Выдох. Вдох. Диафрагмальное дыхание. Выдох. Вдох. Выдох. Вот так. Подожмите талию. Вдох. Выдох. Давайте немножечко вот это разогреем пространство. Туда, под ребрышки. Залезаем под ребра. Залезаем под таз. Вот это все от поясницы. Ага, еще раз вдох животом. Выдох. Вдох. Выдох. После выдоха сделайте втягивание живота. Вдох. Выдох. Да, выдох. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Можно толкнуть бедра руками. Втянули. Подвигать животом. Хорошо. Теперь ребрышки. Живот и ребра. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Ребрами расталкиваем ладошки. Вдох. Выдох. Втянули. Попробуйте вот такую возможность сделать, чтобы можно ребра было прямо так цепляться за них. Теперь ключицы. Потрогали ключицы сверху. Посмотрели там, на что они, что к ним крепятся, вот эти шейные мышцы, да. И вот здесь грудные снизу. И это у нас верхнее дыхание ключичное. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Вот посмотрите шею. Живот, ребра. Вот включилось. Выдох. Ключица, ребра, живот. Вдох. Выдох. Втянули. Хорошо. Уджайи, Вьяяма. Руки через стороны вверх. Полное дыхание. Живот, ребра, ключицы. На носочках потянулись. Выдох. Чуть скруглили спину. Взяли себя, положили ладошки на бедра и втянули живот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки вперед и вверх. Вдох. Прогиб. Выдох.
Втягивание. Вдох. Выдох. Вдох. Руки в стороны. Прогнулись и втянули. Вдох. Выдох. Втянули. Хорошо, теперь в начале коврика руки через стороны вверх. Вдох. Наклон, выдох. Кинули живот. Правая нога назад. Вдох. Широкий шаг прогнулись. Выдох. Сразу головой вниз. Кинули живот. Колени в пол. Вдох. Прогиб. Планка, выдох. Опустились вниз. Вдох. Ребрышки поставили. Выдох. Собака голову вниз. Кинули живот. Правой ногой вперед. Вдох. Прогнулись. Выдох. Наклон. Кинули живот. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Наклон, выдох. Кинули живот. Левая нога назад, вдох. Собака головой вниз, выдох. Кинули живот. Колени в пол, вдох. Прогиб. Выдох, планка. Опустились вниз. Вдох. Прогиб. Выдох. Собака головой вниз. Кинули живот. Левая нога. Вперед. Вдох. Прогиб. Выдох. Кинули живот. Наклон. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Ложимся. На живот. Значит, делаем, кто вчера не делал, 4 сета. Первый совсем простой, второй посложнее, третий посложнее, четвертый более сложный. Первый 9 раз, второй 6 раз зацикливаем, третий 7 раз, 9, 6, 3, да, число. Магические числа 9, 6, 3 и потом 1. Одно повторение, четвертый сет. Все, делаем в потоке, да, на вдох-выдох. Что не получается, что тело не туда не пускает, делаем. Ну, как получается, пропускаем что-то. Саму схему, главное, соблюдаем. И если где-то куда-то не выйти, там на показ, но не выйти, пробуем ее. Просто попробовали, дальше пошли, попробовали, дальше пошли. И, ну, так, немножечко так лениво делаем, то есть не вытаскиваем из себя такую асану. Ладно? Ладошки под плечи. Вдох. Выдох. Первый сет. Руки вперед. Вдох. Вытянули. Руки под плечи, выдох. Приподнялись. Прогиб, вдох. Кобра. Выдох. Руки вперед, вдох. Выдох под плечи. Вдох. Выдох. Третий раз, вдох. Выдох. Вдох.
Выдох. Четвертый вдох. Выдох. Дыхание уджайи. Вдох. Кончик языка на верхнем небе. Выдох. Пять. Вдох. Дышим. Выдох. Вдох. Дышим полным дыханием. Выдох. Если вдох, то живот, ребра, ключицы. Вдох. Животом отталкиваемся от пола. Выдох. Вдох. Выдох. Седьмой раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Восьмой раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И девятый вдох. Вытянулись. Животом оттолкнулись так, чтобы поясница приподнялась. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, это был первый. Голову в сторону, руки вдоль туловища. Вдыхаем, расслабляемся. Голова в другую сторону. Хорошо, вторая часть. Начинаем все время с одной позиции. Делаем выдох. Руки вперед, вдох. На выдохе приподнимаемся, выдох. Выгибаемся, вдох. Голова, подбородок и грудная клетка стремятся в пол. Выдох. Встали. Ушли в наклон, вдох. Пальчики назад, голова к коленям, голеням. Выдох. Перед собой ладошки поставили. Бакасана, вдох. Опустились вниз. Выдох. Согнули руки. Хорошо. Легли, вдох. Выдох. Второй раз. Вдох. Выдох. Прогнулись, вдох. Выдох. Встали в серединку коврика, наклон, вдох. Выдох, бакасана. Вдох. Сгибаем ручки. Выдох. Хорошо. Вдох. Легли, выдох. Третий раз. Вдох, вытянули руки. Под плечи руки, выдох. Прогнулись. Вдох. Выдох. Встали в стоечку. На ногах, наклон, вдох. Выдох. Бакасана, вдох. Нижняя, выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Четвертый раз, вдох. Ладони под плечи, выдох. Встаем. Вдох. Выдох. Бакасана. Вдох.
Выдох. Хорошо. Ложимся, вдох. Выдох. Пятый вдох. Выдох. Потянулись. Вдох. Выдох. Сложились. Вдох. Выдох. Ставим вдох на руки. Выдох. Вдох. Выдох, легли. И шестой раз вдох. Выдох. Вдох. Прогиб. Выдох. Наклонились, вдох. Выдох. Колени в стороны. Поставили их на согнутые плечи. Вдох. Плечевые косточки. Выдох. Согнули. Локти. Вдох. Выдох. Лежим, отдыхаем. Если я не сбился со счета, то мы сделали 6 раз. Ну, если где-то чего-то там не дотягиваем, количество там теряем, ну, это ничего такого страшного. Мы, если у кого-то нет возможности в полном объеме делать, мы делаем в том объеме, который получается. Хорошо. Третий раз по заковыристее будет сейчас. Уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Уже 11 асан, и четвертый раз уже будет 19 асан. Такой по нарастающей идет волна. Поехали. Ладошки под плечи. Вдох. Выдох, руки вытянули. Вдох. Ладони под плечи, выдох. Легли. Дарника асана, поза ребенка. Вдох. Ладошки вместе. Выдох. Приподнимаемся. Вдох. Беремся за пяточки. И уштрасана. Выдох. Прогнули, вдох. Сели. Варджасану. Выдох. Развернулись, вдох. Легли, выдох. Ладошки вместе, вдох. Выдох. Поднялись. Вдох. Прогнулись. Выдох, опустились. Развернули в другую сторону, вдох. Выдох. Развернулись и выдох, встали. Лодыжки взяли, наклонились, вдох. Выдох. Бакасана отсюда. Нет, не бакасана, извиняюсь. Поза вот такая. Берем себя за подъем стоп и прогибаемся. Вдох. Выдох. Поднимаемся теперь в бакасану. Вдох. Выдох. И пробуем выпрямить руки. Вдох.
Хорошо. Выдох. Любит. Вдох. Выдох. Второй раз. Вытянули руки. Вдох. Под плечи. Выдох. Легли. Вдох. Выдох. Ладошки вместе. Вдох. Поднимаемся в Уштрасану. Выдох. Прогнулись. Вдох. Сели. Выдох. Развернулись. Вдох. Наклонились. Выдох. Ладошки вместе. Вдох. Выдох. Встаем в Уштрасану. Вдох. Выдох. Развернулись. Вдох. Выдох. Встаем. Вытянулись. Вдох в наклоне. Руки на ногах. Выдох. Хорошо. Легли. Вдох. Взялись. Выдох. Потянулись. Вдох. Выдох. Бакасана. Вдох. Выдох. Выпрямили руки. Вдох. Хорошо. Выдох. Легли. Вдох. Выдох. Третий раз. Руки вперед вытянули. Вдох. Ладони под плечи. Выдох. Вытянулись. Легли. Вдох. Ладошки вместе. Выдох. Хорошо. Вдох. Поднялись. Выдох. Толкнули таз вперед. Вдох. Выдох. Развернулись. Вдох. Выдох. Так. Сейчас, секундочку. Легли. Вдох. Ладошки вместе. Выдох. Поднялись. Вдох. Выдох. Толкнули вперед. Вдох. Сели. Выдох. В другую сторону развернулись. Вдох. Хорошо. Теперь встали. Выдох. Наклонились. Выдох. Опустились на живот. Выдох. Прогнулись. Вдох. Выдох. Бакасана. Вдох. Выдох. Легли, отдыхаем. Вдох, выдох. Голова в другую сторону. Хорошо, теперь проходим один раз 19 асан. Начинаем. Ладошки под плечи. Вдох. Выдох. Расслабились, отдали вес тела. Руки вперед. Вдох.
Втаю. Выдох. Ноги ширина таза. Ладошки под ногами. Вдох. Вытянулись. Выдох. Хорошо. Сели. Вдох. Вот в такую позу. На локтях. Выдох. Желательно пяточки между... Ой, таз между пятками. И прогнулись. Вдох. Таз внизу. Голова повисла, но не касается пола. Выдох. Теперь опускаемся вниз. Поясница на полу, колени и голова в пол. Вот. Колени и голова в пол. Вдох. Выдох. Вытаскиваем ножки. Сейчас я. Вот таким образом. Раз. Вдох. Руки за головой. Выдох. Руки, ноги за голову. Вдох. Выдох. Поднимаемся. Ложимся. Беремся за лодыжки. Приподнимаемся макушкой в пол. Вдох. Макушкой в пол. Выдох. Прогиб в грудном отделе. Ой, позвоночник. Теперь ноги бабочкой. Вдох. Ноги бабочкой. Выдох. Вдох. Хорошо. Выпрямляем спинку. Выдох. Так, ноги бабочкой. И потом опять плуг у нас. Плуг. Вдох. Выдох. Хорошо. Перекатываемся. Садимся. И теперь такая странная штука. Сейчас. По-моему. Ладно, вот. Честно говоря, пропускаем. Ноги.
Виснем, вижу, да. Виснем. Что делать? Что со связью? Так, появилась связь? Раз, два, три. Раз, два, три. Появилась. Все. Бабочка. Несколько асан осталось. Еще раз. Кто продолжает? Бабочка, прогиб, вдох. Наклон. Выдох. Вдох. Руки, ноги в стороны, выдох. Опустились вниз, вдох. Наклонились. Выдох. Хорошо. Стопы возле таза. Вот таким образом. И мостик. Вдох. Мостик. Выдох. Хорошо. Мостик. Теперь мостик полный. Пробуем полный мостик. Ладошки под плечи. Вдох. Выдох. Опускаемся. Ноги вытягиваем. Руки вверх. Вдох. Голова, руки вверх. Выдох. Стопы возле таза. Кулаки в пол. Приподнимаем таз. Лопатки вместе. Ножки вытягиваем. Железный мост. Вдох. Дугу создаем. Выдох. Хорошо. Вдох. Опускаемся. И садимся. Выдох. Финишно идем. Взяли себя за носочки. Или куда получается. Опускаемся в наклон. Живот на бедра опускаем. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. С каждым выдохом все глубже, глубже уходим. Пять вдох. Выдох. Коленочки пригибаем. Шесть вдох. Выдох. Семь вдох. Голова висит. Выдох. Восемь вдох. Выдох. Девять вдох. Выдох. Десять вдох. 18 раз дышим. Выдох. 11 вдох. Выдох. 12 вдох. Выдох. 13 вдох. Выдох. 14 вдох. Выдох. 15 вдох. Выдох. 16 вдох. Выдох. 17 вдох. Выдох. 18 вдох. Выдох. Поднимаемся. Ложимся.
на спине. Делаем 3 глубоких вдоха и выдоха. Еще вдох. Длинный выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Все, отпускаем, лежим, наблюдаем за ощущениями. И расслабляемся. Глубокое-глубокое расслабление. Хорошо. Делаем глубокий вдох. Длинный выдох. Шевелим пальцами рук, ног. Пошевелили. Согнули колени. Вытянули руки и ноги вверх. Встряхиваем. Трясем. Создаем тряску. Трясем активно. Хорошо. Остановились. Согнули колени, подтянули коленочки грудной клетки и покачались вперед-назад. Массажик спины. Ну что, вот мы и дошли до финиша. Садимся. И наблюдаем, что поменялось, какое сейчас у нас ощущение получилось. Надеюсь, вот эти разрывы связи небольшие были. Я просто не вижу, у меня картинка не пропадает. Только звук появился такой, до звона. Я завтра предлагаю еще раз отшлифовать комплекс, особенно это, если не получается что-то, вот пробуем. Я там одну асану не определил, сам записывал. А, все, вспомнил. Нарисовал, сам не знаю, что. Вспомнил асану. Ну, сделаем ее, ничего страшного. Вспомнил. Разминка у нас, я считаю, что немножечко все-таки размяться нужно, прежде чем вот такие заковыристые штуки делать. Такой вход, мягкий вход. И потом вот этот блок, он минут на 30, такой хороший, вштыривающий. Вы понаблюдаете, как, насколько это меняет что-то. Хорошо. Ладошки перед грудью. Я вас благодарю. Всем хорошего дня, здоровья. А главное, осознанности. И до завтра. Дайте мне пальчик вверх, кто дошел до конца. Спасибо. Кто смог пройти. Ну, честно говорю, что для новеньких, наверное, ну, для новичков это не так просто такие штуки делать, но
лучше делать то, что получается, и будет хорошо. Все, пока, до завтра, 8.